штрафной, штрафную площадь. Гулам, удар, гол! 2-1, алжирцы выходят вперед. И это Гулам. Это его гол. Гол его имени. Да, можно предъявлять опять определенные претензии к Даррену Киту. Удар был в ближний угол, но ближний, верхний, дальний, нижний. Да, здесь все по науке исполнил Гулам. Удар был очень мощный. И, в общем-то, здесь претензии не только к голкиперу, но и к игроку обороны сборной Южной Африки. Довольно легко был обыгран Маниса. И игрок сборной Алжира, итальянского Наполи, Фаузи Гулам выводит свою команду вперед.